Здравствуйте! Сегодня расскажу вам о препарате кетотифен. Кетотифен выпускается в виде сиропа. Действующее вещество – кетотифенгидрофумарат. Относится к группе противоаллергических лекарственных средств, называемых антигистаминами. Показан при бронхиальной астме всех формах, полинозе и его астматических осложнениях, крапивнице, острой и хронической, атопическом дерматите, аллергическом рините, конъюнктивите. Кетотифен применяется для длительного лечения вышеуказанных заболеваний, в том числе и для профилактики обострений. Кетотифен-сироп принимать нужно во время еды. Взрослые дети старше 3 лет применяют препарат так. По 5 мл сиропа, эквивалентно 1 мг кетотифена, 2 раза в день, утром и вечером. Повышение дозы до 4 мг по 10 мл сиропа 2 раза в день возможно только у взрослых по назначению врача. У пациентов с нарушениями функции печени и почек лечение кетотифеном следует проводить с рекомендуемой дозой для взрослых. Если вы чувствительны к успокаивающему действию лекарственного средства, проконсультируйтесь с вашим врачом о необходимости уменьшения назначенной вам дозы в начале лечения. Продолжительность лечения должна быть не менее 2-3 месяцев. Не следует прекращать лечение внезапно. Лечение следует прекращать постепенно, в течение 2-4 недель. Противопоказания – это аллергия к активному веществу или любому из вспомогательных веществ лекарственного средства. Первые 3 месяца беременности и в период грудного вскармливания. При эпилепсии или эпизодах судорог в анамнезе. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы! Если понравилось видео, ставьте лайк. Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.